Исконное жилище казахских кочевников-скотоводов, юрта Киіз-үй, представляет собой одну из ярких разновидностей тюркского типа юрты. Еще с древнейших времен, начиная с бронзового века, главным занятием населения казахских степей было скотоводство, ставшее со временем кочевым. Кочевой образ жизни, который диктовался необходимостью передвигаться вслед за стадами домашних животных, был единственной моделью выживания человека в степных просторах Казахстана. Именно поэтому жилище кочевников было мобильным. И если кочевники пустынь и полупустынь Ближнего и Среднего Востока могли обходиться легкими палатками и шатрами, то скотоводы евразийских степей нуждались в теплых жилищах с жесткими каркасами. В средние века по просторам казахских степей колесили огромные неразборные юрты-ставки, установленные на платформы и влекомые десятками тягловых животных. Жилища на повозках не были единственными и основными для кочевников. Удобные для равнин, они не годились для гористых, пересеченных местностей, поэтому потребовалось жилище, которое можно было разобрать и перевести на вьючных животных. Подобный тип искусственного жилища древнейший в мире. Кочевникам-скотоводам евразийских степей нужно было усовершенствовать его, видоизменив каркас и заменив шкуры на специально скроенные войлочные покровы. Постепенно юрта вытеснила другие разновидности мобильных жилищ и стала превалирующим типом кочевнического жилья. С приходом на место разбивки аула обычно прогоняли по его территории стадо овец. Овцы вместе со свежей травой пожирали скорпионов и ядовитых пауков, от их присутствия расползались змеи. Одним словом, они проводили санитарную обработку территории. Юрты устанавливали с учетом особенностей рельефа местности, господствующих ветров, а также наличия источников пресной воды. Последовательность операции и роли членов семей в сборке жилища были закреплены и освещены традицией. Сначала устанавливалась дверная рама вместе с прилегающими к ней с обеих сторон раздвинутыми звеньями кереге. Изобретение этого складывающегося и разборного на звенья остова вертикальных стен было ключевым моментом в развитии кочевнического жилища. Это конструктивное решение и следует считать основным в процессе создания классического типа юрты. Отдельные секции решеток, из которых состоит кереге, называются канат. От их количества и зависели размеры юрты. У зажиточных казахов число канатов в кереге доходило до 8 и более. Большие юрты отличались не только количеством устанавливаемых вертикальных решеток. Как воспринимающие гораздо большие нагрузки, чем в небольших юртах, решетки юрты ставок изготавливались из более массивных планок и с более мелкой сеткой, чтобы выдерживать соответствующее напряжение. Такая мелкая ячея кереге называется торкос. Ячея же покрупнее, образованная тонкими планками, называется желкос. Звенья кереге крепятся к дверной раме и между собой при помощи узкой тканной или плетенной ленты тангыш. Благодаря этому революционному изменению конструкции жилища резко увеличилась полезная площадь, намного сократились длина и, соответственно, общий вес деревянных деталей.
И главное, возникло гармоничное человеку пространство. К жесткому каркасу можно было присоединять несложные конструкции в виде своеобразных входных тамбуров. Вынимая из каркасов юрт отдельные звенья, можно было также присоединять юрты вплотную друг к другу и образовывать многокомнатные постройки. Изготовление деревянного остова юрты представляло собой весьма сложный процесс, состоявшего из целого ряда операций. Его производство издавна сложилось как ремесло, которым занимались особые мастера. В казахской традиции мастера-юртостроителя именовали «ыйшы», а сам процесс создания деревянного костяка жилища в народе называли «ыйбасу». Главным в производстве юрты являлось наличие сырья, в первую очередь ивы, которая шла на изготовление многочисленных планок кереге и уйков. Поэтому наибольшее развитие производства юрт в Казахстане получило в районах распространения тальника. Ремесло профессионального юртостроителя требовало длительной работы на одном месте. Поэтому основные работы по изготовлению юрты производились в Кыстау, зимнем ауле, где ыйшы имел свою мастерскую. В течение веков сложилась определенная технология подготовки сырья. Опытные мастера заготавливали планки и жерди за полгода, а то и год. При этом приготовление ивы начинали уже ранней весной. Все детали юрты изготовлялись вручную, с помощью специальных инструментов. Даже ремешки, которыми скрепляли между собой планки кереге, делали из сыромятной кожи. Изготовление кереге с его многочисленными планками было наиболее трудоемким процессом в создании каркаса юрты. Каждая такая решетка состояла из 20 планок саганак длиной от 210 до 260 сантиметров и 16 планок убывающего размера. Для больших юрт решетки делали из более толстых планок и с мелкой сеткой. Сами планки имели легкие искривления в нижней части наружу, а в верхней – внутрь. Это помогало правильно распределять нагрузки от купола и крепить купольные жерди к верхним развилкам планок кереге-бас. В местах пересечения планки просверливались и скреплялись сыромятными ремешками. Это позволяло растягивать или же стягивать их. Для планок кереге существовали специальные формы ыргак, на которых в первую очередь проверялась верность параметров изделий по длине и изгибу. Следующим важным этапом при сборке юрты являлась установка купола юрты шанырак, который образует круглый обод и выгнутые перекрещенные рейки кюльдереуш. Не случайно выражение «поднять шанырак» равно по значению понятию устройства дома вообще. Эту операцию начинали мужчины.
Стоя в центре круга юрты, они поднимали деревянный обод, упирая шест с развилкой бакан в пересечении перекрещивающихся планок шанырака. Шанырак шестиканатной юрты имел около 140 сантиметров в диаметре и состоял из двух скрепленных между собой гнутых березовых стержней округлой формы толщиной не менее 10 сантиметров. Для обода обычно выбирались прямые стволы молодых берез толщиной до 20 сантиметров и длиной от 3,5 до 6 метров. Заготовки отесывали, выравнивали, а затем изгибали. Последующим этапом было сверление отверстий в ободе по количеству уиков. Сначала сверлом намечали отверстия, затем их расширяли долотом. Сечения их были четырехгранными. В конце специальным инструментом, раскаленным жигалом, железный наконечник которого соответствовал острию уиков, выжигали одинаковые пазы. С внутренней стороны обода делались отверстия для крепежно-распорных планок кюльдереуш. Бытует два типа кюльдереуш. Шабакте кюльдереуш, в котором ряды реек пересекаются крест-накрест по диаметру. А также менее распространены табакте кюльдереуш, где радиальные рейки упираются в центральный элемент табак с выемкой для шеста бакана. Особенностью конструкции кюльдереуш является наличие особых поперечных крепежных брусков с отверстиями – карташа или бакалак, через которые пропускались пучки реек. Они придавали необходимую жесткость и прочность конструкции. Шанырак являлся семейной реликвией и признаком продолжения рода. Отцовский дом, как и хозяйство, иносказательно обозначался понятием «карашанырак». После смерти отца он переходил к младшему сыну и почитался, как отцовский дом, всеми другими родственниками, независимо от их возраста по отношению к наследнику. Купольная конструкция юрты является шарнирной и распорной, а это означает, что при значительной снеговой нагрузке уики оказывают на шанырак большой юрты сжимающие усилие порядка 2 тонн. Поэтому шанырак делался не из ивы, как все остальные части каркаса, а из березы, самого твердого и прочного дерева, произрастающего в степях. Количество купольных жердей уик и их размеры зависели от величины юрты. Чем больше юрта, тем больше требовалось уиков, и тем длиннее и толще были жердины. Длина уиков в шестиканатной юрте около 2,5 метров. В нижней утолщенной части они плавно изогнуты примерно под углом в 45 градусов к основной длине и с внутренней стороны имеют плоский срез с желобками. Верхние концы уиков четырехгранной формы вставляются в гнезда деревянного венчающего юрту обода шанырак. Форма для уиков была весьма простой, но эффективной. По контуру исходного образца изогнутой жердины впритык к ней вбивались 3 высоких кола, 2 снаружи по краям, 1 внутри изгиба, между которыми затем укладывались друг на друга несколько готовых уиков. Уже застывшие, отлежавшиеся по форме уики обстругивались и отесывались. В целом процесс изготовления уиков был аналогичен изготовлению кереге,
те же процедуры морения, изгибания, укладки формы у колпы и сверления. Казахские уйши различали четыре части уйка: алакан, ладонь, нижняя уплощенная часть, которая привязывалась к кереге, иин, место изгиба, его иногда также называли каран, каре, предплечье от изгиба до верха, и калам, верхний конец. Алакан уплощали с внутренней стороны стругом жонгы, проводили по нему продольные борозды. Изготовление планок кереге и уйков включало несколько операций: размаривание заготовок дымом, их выпрямление и выгибание, стандартизация, необходимая доработка, сверление отверстий. Для этого использовался целый ряд приспособлений и инструментов. Это прежде всего устройство для распаривания жердей мор, обын и кос. Мор представлял собой наземную печь с высоким дымоходом, куда вертикально вставлялись жерди. Обын – это длинная траншейная печь, поперек которой клали 3-4 перекладины, на которые укладывали продольно несколько жердей. Однако более простым и распространенным в прошлом считался метод размягчения заготовок козе. Уйки и кереге окрашивались красной охрой. Применялась также желтая краска из корня тумар-баяу. Парадные юрты богатых заказчиков украшались серебряными и костяными накладками. После закрепления всех уйков каркас юрты стягивался широкой и прочной тканной узорной лентой баскор. Таким образом достигалась прочность и неизменяемость конфигурации всего деревянного каркаса юрты. Следующие операции сборки уже несли характер укрытия каркаса и декорирования юрты. Нижняя часть каркаса кереге сначала окружалась циновками шимши, а затем, в зависимости от размера юрты, оборачивалась тремя или четырьмя трапециевидными войлоками туэрлык, которые крепились к каркасу внахлёст. Купольная часть юрты укрывалась скроенными из несколько кусков войлока узик. Сборка юрты завершалась наброской на шанырак верхнего покрытия тундык. В наружном и внутреннем убранстве юрты велика роль различных тканных и аппликативных полос. Дверь, или как ее еще называли сакарлаук, состояла из боковых стоек босага, верхней планки мандайша и порога табалдырык. Вся дверь мастерилась по принципу шарнирно-стыкового крепления, без гвоздей. Порог дома молодоженов принято было обмазывать жиром, чтобы в доме был достаток. Входить в юрту следовало друг за другом, переступая порог правой ногой. Запрещалось открывать или закрывать дверь ногой. Размеры дверных рам зависели от величины юрты и высоты развернутых решеток кереге. Юрта не имеет окон, то есть глаз, и поэтому она слушала степь.
Услышав, что всадник спешился поодаль, хозяева знали, что приехал мирный гость. Если всадник доезжал до порога, то либо это был черный гонец, либо гость, который хочет оскорбить хозяев. Образ и символика юрты, как жизненного центра, упорядоченного и унаследованного от предков, создавались поколениями степных кочевников из множества элементов, достаточно выразительных и вместе с тем понятных каждому, кто ими пользовался. Например, такая деталь, как свернутая рулоном наружу войлочная дверь, символизировала чью-то смерть. Своей особой символической выразительностью юрта обязана простому и четкому зонированию интерьера. В центре размещался очаг, напротив входа за очагом был тер – почетное место юрты. Левая половина юрты с позиции тера считалась женской, правая – мужской. Очаг ошак был не только пространственным, но и организующим центром жилища. С ним связывались важнейшие стороны жизни казахов. Здесь готовилась пища, около него собиралась семья, совершалась трапеза. Здесь же принимали гостей, решали важные вопросы, учили и воспитывали подрастающее поколение. Слева, ближе ко входу, находилась хозяйственная зона, где размещались продукты и посуда. Ближе ко входу, на правой стороне, вешали сбрую, ставили седло. В холодное время охотники пристраивали здесь на подставке тогаре, беркута или сокола. Зимой тут также размещали больных и слабых животных. Тор являлась самой почетной и сакрально значимой частью любой юрты. Это место в жилых юртах было обозначено горками сундуков и прочих емкостей для семейного добра, а также стопками постельных принадлежностей. С точки зрения кочевника, юрта является идеальным жилищем, своими формами отражающим представление об устройстве Вселенной.